Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. В этом году он продолжается с 10 марта по 26 апреля. Великий пост напоминает нам о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен спросить у Господа прощения своих грехов. Истинный пост – это из злых отчуждения, воздержания похотей, отложение ярости, клятвы преступления, лжи, то есть всего того, что тяготит нашу душу. Это время есть самое благоприятное время для очищения нашей души от греха, от всякой скверны. И все же, как поститься? Важно помнить, что к посту нужно подходить разумно. Нельзя браться за то, что нам не под силам. Именно поэтому мы в большинстве случаев как-то облегчаем себе пост. Приступать к нему нужно постепенно и благоразумно. Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, постное масло, вино и есть больше, чем раз в день. Однако по субботам и воскресеньям можно постное масло, вино, и даже покушать можно уже два раза в день. По праздникам, которые совпадают с постом, пост становится менее строгим. Например, в Лазареву субботу можно икру, а на Благовещение и на вход Господень в Иерусалим позволяется рыба. Первые 4 дня Великого поста, а также вся Страстная Седмица очень строги. Самый же строгий пост – Великую Пятницу. В этот день ничего нельзя есть. В молитвах говорится: «Поститесь постом приятным». Это значит, что нужно устроить себе такую программу поста, которая будет приятна духовно, дабы не впасть в разочарование и уныние. Главное не забывать – Великий пост – время воздержания от греха для радостной встречи светлого праздника – Христово Воскресение.